Лешко. Выходит за лицевую линию. Там подбор именно за ним. Еще одна передача и гол. Брукс Мейсик. 2-3. Изначально было видно, что готовился к передаче после паса Зборовского в этой ситуации волк. Было пространство, никто не перекрывал. Там еще и Сошникову досталось. Возможно, в этом причина. Ну а Мейсик прекрасно отклеился и смог попасть в пустой угол. Даже верхом. Идеальное завершение, как итог, 2-3.